Канал пошали. И мы продолжаем играть этим лысым ублюдком. Так. Что поделаешь? Придется. Смотри, везде камеры понаставляли. Короче, это реальный фильм. О, нужно отлить. Короче, мы преступник, который на камеру охотится за другими преступниками. У нас нет другого выбора, так как мы 2 года ждали, чтобы нас казнили, но нас спасли. Так, хорошо, мы спрятали труп, это хорошо. Инвентарь можно, понял, перебирать. Окей. Окейко. Так, мне надо... Ага, осколок стекла, все хорошо. Нормально. Киллерок. Ты меня называла. А потом резко замолчала. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. He's hiding like a pussy. A little scaredy cat. Знаешь, что он сказал? Сказал, что я прячусь как котенок. Маленький, напуганный котенок. Не свистей. Денег не будет. Ой. Ой. Не-не-не-не. Ты на меня. Есть. Все. Хорошо. Так, иди сюда, котенок. Красношапочный ты наш. Ла-л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 а. У! Примещаясь по граве, вы издаете шум, который может привлечь внимание охот. Что это было? Ничего себе. А, он услышит меня. Блин, тут же этот гравий. Он меня услышит. Был бы какой-то кирпич, было бы хорошо. Наверное, кто-то ему. Блин, не-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 
Понял, понял. Все, разворачивай. Разворачивай свои боги и иди наверх. А я сзади буду с дубинкой. Добрый вечер. Да. Капец. Так. Ты перевернешь этот мир. Да, я вижу. Я уже вот... уже... пятерых в этом мире перевернул. Так. Бум. Смотри, даже не нашумел. Ой, это мне не нравится. Когда несколько ходов. Некоторые окна такие, как это можно разбить. Получить осколки можно использовать как оружие. Понял. Лайфхак. Запомни. О, точка сохранения. Хорошо. Да, нам слоти есть уже. Да, перезапись. Перезаписька. Так, ребята. Сегодня день лысых людей. Чтобы сбить этот замок, тебе придется воспользоваться каким-нибудь предметом. Цели отображаются на радаре в виде точек. Понял? Как скажешь, дорогой. Шалунишка. Сегодня, короче, чувак говорит, я шаман. Слушай, это... А с чего это? Ну, я умею бить в бубен. Так, удерживайте кнопку вида от первого лица, чтобы посмотреть, что творится вокруг вас. Вы можете использовать ее для обнаружения. Понял. О, вон чувачок. Блин, мне вот эта лампочка мешает. Можно электрика позвать, чтобы выключить лампочку? Так, он меня типа не видит.
Вот, я иду, да, я иду, я тебя найду. Он так сказал. Да ты прям... Как это его? Поэмист? Ну, поэмист. Не то, что ты услышал. Поэмы сочиняет. Что? Он сказал, здесь ничего нет, кроме... Этого. Кроме какашек этих вот. Крыс. Прикинь. Крысиной какашкой меня обозвал. Вот, вонючка. Спи, моя. Гадостью сни. В морге погасли огни. Трупы на полках лежат. Мушки над ними. Вуват! Иди сюда! Беги! Так, возьмем биту. 1, 2, 3. О, удобно. Кстати, это Rockstar Games. Если ты не знаешь, то это те, кто GTA делали. По крайней мере, Vice City точно они делали. Я надеюсь, никто меня не заметит здесь. Так, хорошо. Перебегом. Спокойной ночи, сладких снов. Это тебе сказал лысый соснов. Так. Ну. Дальше-то чё? Ага, я понял. Там какой-то чувак. Я надеюсь, он сюда не будет идти. Хотя он может в любую минуту развернуться. Ага, он идет туда. Разворачивайся, чувак. И все будет хорошо. Нет! Блин! Зараза! Иди в какашку! Что там было на стене написано, надо это найти. Да тут я, тут. Ууу, смотри, смайлик. Кстати, смайлик это вроде... Кто это их придумал? Вроде нарики. Где-то в Америке или где. Когда их пытались словить, короче. Но их никак не могли словить. То они оставляли вот эти смайлики. Типа поиздеваться над полицией, что их не могут словить. Как-то так. По крайней мере, это если доверять Ютубу. Которому я бы не доверял на все 100%. Ку-ку! Бум-б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 ум. Так. А, он и так в тени был. Лишнюю работу сделать. Так, мы идем читать надпись. Как и обещал. Прячь свою задницу. А, туда. Понял. Спасибо. Все доступно, слушай. Прячь свою задницу. Не то, что там, знаешь, вот в этих... Как-то вот так растянуто, пожалуйста, пройдите туда. Просто прячь свою задницу и стрелка. Это очень доступный язык. Сразу такой эффективный. Он сразу эмоции вызывает. И человек быстрее все делает. Обычно русские в таких случаях добавляют еще маты. Ой, там кто-то был? Там кто-то был. Что, никого нету? Здесь есть лом. Мерзкий ты, придурок. У-у-у! Блин. Ты не должен... Это... Давайте ему знать свою позицию. О, да, я тебя типа словлю. А, он не спускается, зараза. Угу. Вот то ж ты во... Ой. Вонючка. Ой, ничего себе. Ладно. Пошли. Надеюсь, он сейчас не выскочит. Мы в пыняты такие.
Где оно? You're all mine now, shitbag. Why hide a pretty face like yours, right? Scared to come out and play, little lady? Маленькая леди. Сам ты маленький принц, ты. Барабашка. Блин! You ain't too smart, are you? Зараза. Ладно, сейчас мы тебя догоним. Блин, это типа босс, я так понимаю, да? Все, пока. Был рад и познакомитесь. Нажмите, удержите кнопку инвентарь, чтобы менять внешний эксперимент на лом. Все, теперь можно типа сбивать замки. Хорош ржать. Ломик можно использовать для того, чтобы сбивать двери, замки и открывать запертые объекты. Не, ты понял, да? Ты не верил. О, даже здоровье не потерял от прыжка. Это меня радует. Так, я надеюсь, тут больше никого. Положительный звук. Не, лучше пойду через тень. Еще и музыка такая прибавляется. Надо быть поаккуратней. У-у-у! Привет. Не хочу с тобой здороваться. Иди дальше. Если не хочешь со мной. Так, нажмите на вторую кнопку. Спасибо. О, что это он? Членом подрыгал. Интересно. Прикинь, так махнул писюном и упал. Из-за того, что он тяжелый. Не, ты прикинь. Не разворачивайся. Ой, не. Не-не-не, в тень. В тень. Ху. Хорошо. Так. Все. Главное этого походу убрать. И тогда проход будет свободен. Ну-ка, ну-ка. Вау, какая у нас бита. Нажмите, удержите кнопку инвентарь, чтобы обменять имеющиеся вас предметы. Понял. Все, ломаем замок. Yeah! Мы победили. Идем дальше. Так, что здесь? Есть какой-то домик. Какой-то домик. Ага, подвал. Мне сюда хоть? Да, сюда. Хорошо. Ой! И шо? Итак, вот что я называю физподготовкой. Этот парень знает много грязных штучек, но как только ты разберешься с ним, я открою следующую дверь. Одновременно нажимайте кнопки действия 10 для проведения захвата. Правильно рассчитывайте время для атаки. Чтобы освободиться от захвата охотника, нажмите скорострельную кнопку. Just keep hitting the list. О, это нормально, слушай, я оружие выбрал. Все. Откройте мне дверь. Спасибо. Ура! Эпизод снят! Окончательный результат 2 звезды. Чего 2 звезды? Убитый охотника у казенного охотника. Ну ладно. Не хочешь давать еще 3? То и ладно. Что там, дорога к краху? Опача. О, у трубача. Писька, ой. Трубка горяча. Так, ладно. Продолжим в следующий раз. Спасибо тебе большое за внимание. Удачи тебе. Пока.